9 октября, краткий обзор огорода. Тут зашли и колосятся сидираты. Свеклу надо убрать. И лук полей тоже сегодня-завтра выдерну. Так как заморозки пока еще и нету, но пора заканчивать. Томатная теплица. Вот. Собираю потихоньку оставшиеся помидорчики. Тоже буду все выдергивать сегодня. Пора теплицы мыть. В углу эксибишн на семена. Одна луковица была посажена, разрослась на 5 цветочков. Тоже сегодня срежу и буду семечки выковыривать. Теплица с огурцами. Но тут полный швах. Огурцы, правда, еще присутствуют. Но тоже пора прекращать все эти дела. Обрезать последние перцы и мыть и обеззараживать теплицу. Последние огурчики. Основное занятие — выкопать последнюю картошку, уники. Сегодня обрезаю ботву и завтра буду выкапывать картошечку. Завтра взвешу, в описании добавлю, сколько получилось с 2-метровой грядки.